На стадионе «Электрон» состоялись третий и четвертый этапы личного Кубка России по мотогонкам на льду. На лед вышли гонщики из Уфы, Тольятти, Иркутска, Каменска-Уральского, Саранска и Шадринска. Наш город представляли Дмитрий Соляников, Артем Бурмистров, Матвей Волков и Владислав Мартьянов. Перед завершающими этапами лидером Кубка являлся гонщик, представляющий город Шадринск, Дмитрий Соляников. На 4 очка он опережал Игоря Сайдулина из Тольятти. Артем Бурмистров и Матвей Волков заняли 6-е и 9-е место соответственно. На заключительных этапах быстрее всех вновь оказался Соляников. Отметим, что Дмитрий показал 100% результат. Он финишировал первым во всех своих заездах в рамках данного кубка. На вторую ступень пьедестала поднялся Игорь Сайдулин из Тольятти. Уфимец Василий Несытых – третий. Уверенное выступление шадринских гонщиков позволило им улучшить свои позиции. В итоге Артем Бурмистров на 5-м месте, а Матвей Волков на 7-м. Влад Мартьянов завершил соревнование на 18-м месте.